пишется, что Путин хулиганит. Путин хулиганит с этими долларами, курсами. Перед Новым годом доллар вырос в два раза. Два раза. Что типа американские и западные компании, он скупил акции их, чтобы не обанкротиться, доллар-то вырос в два раза. Они продали России. Ну, кому продали? Ну, не мне же продали России. Узким кругам московским. Меня тоже хулиганство это затронуло. Доллар поднялся, а пенсионерам пенсии не подняли. Январь, декабрь. Конечно, нажились на пенсионерах. Это некрасиво. Пророк Санбой всем, певец. Обидно. Что это пенсия 5000, ерунда. Доллар уже 64 он. Рубля. Ужас.